кринжовочку проглотил. Вкусно. Отличное место. Старый фермерский рынок в городе Голливуд. Старинный фермерский рынок здесь уже лет 70. Проводятся ярмарки различные. Сейчас место стало культовым для местных жителей, туристов, то есть они регулярно посещают его. Здесь куча различных кафешек, ресторанчиков, закусочных, магазинчиков. То есть такая шопинг-арея легендарная, с исторической подноготной такой определенной. Очень музыкальная, очень интересная, с фонтанами. С музыкальными. И с вкусными кексами. Вау! Вот это кейк! Панорама ночного Лос-Анджелеса. Вот такая вот эта большая деревня. Холмы, океан, огни. Ночной город. Мы здесь только вдвоем. Немножко музыкальных фонтанов. Говорит, самые лучшие сандали вот в этом магазине. Гавайские сандали. Ну, на самом деле, не фетишист в плане сандалей. Вот такие инсталляции здесь. Все в огнях, почти как рождественская ярмарка во Львове. О, здесь оказывается регулировка движения. Да, да, да. О, старая добрая типа полуторки или что это? Форд. Какой-то форд. Старенький грузовичок. Бутики. Автомобили. Консультанты. Немножко Европой попахивает. Трамвайные пути. Вот такие трамвайчики здесь ездят. Я думал, что пути разобрали уже давно, а нет. Ездят и ездят. Катают туристов, причем бесплатно. В общем, интересное камерное место такое. Можно погулять. Вот он, старинный фармерс маркет. Здание фермерского рынка. Прям магнит для местных и для туристов. Видимо, я думаю, что не дешевая в плане аренды, судя по бутикам. Ну, не Rodeo Drive, конечно, но в то же время такое прям с семьей погулять для семейного отдыха – это оптимальный вариант. Китайцы, арабы, люди разных национальностей. Сегодня мы решили попробовать самые знаменитые кексы. Sprinkle кекс. Кекс. Кейки. Кексы. Вот такие они разные. Red, красный бархат. Темный шоколад и всякие другие, там клубника и все остальное. Майк, наш друг, сказал, что это самые вкусные кейки в Лос-Анджелесе. Мы обязательно должны их попробовать. Мы вообще, конечно, не любители кейков, но неудобно отказывать человеку, поэтому решили угодить ему, попробовав их тоже. Вот так их запечатывают. Конечно же, Coca-Cola.
Какой же американец без кока-колы? Вот, сейчас посмотрим. Майк пробует кейк, давай мы тоже попробуем. Вау, вау. Вкусно? Кусай, давай мне. Так. Я попробую. Меня снимаешь, когда ты ешь? Like it or... Delicious, thank you. Show you what's right. Блин, жвачку проглотил. Вкусно. Люди здесь прогуливаются. Около фонтанов, огоньков. Любимое место встреч лос-анджелесцев и гостей этого чудесного города.